Весть о появлении сказочных персонажей Снеговика, Снежинок и Бабы-Яги у главной елки в Калиновке быстро разлетелась по деревне, и местная детвора поспешила на праздник. Принесли ее с мороза, это дерево береза! Сначала ребята отгадывали загадки с подвохом, а затем, чтобы не замерзнуть, принялись лепить снеговиков под музыку и танцевать. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим бровки и длиннющий нос морковкой. А затем появился он с белой бородой, сам румяный и седой. И, конечно, его внучка Снегурочка. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, взрослые! По традиции, Дед Мороз с помощью волшебства зажег огни на главной елке, и тут уж у присутствующих настроение стало еще более праздничным и новогодним. Новогоднее настроение? Очень новогоднее. Чем понравился праздник? Всем танцами! Вы сегодня танцевали, пели и еще разгадывали загадки. С кем это все делали? Скажи, с двумя снежинками, с Бабой Ягой. И с Дедом Морозом. Мы просто мимо проезжали, видели здесь праздник. Мы очень рады, дети тоже были очень рады. Спасибо большое. До свидания. Очень понравился. Удалось поднять настроение, почувствовать, что скоро Новый год, да. Затем Дед Мороз и его помощники отправились в поселок Горки-Ленинские, где их уже ждали местные ребятишки и их родители. Уже второе мероприятие. Вчера зажигали елку в поселке в поселке Петровское. Вот. Сегодня прошло праздничное зажигание елок уже в деревне Калиновка, в деревне Горки, живая елка. И вот да, у нас еще сегодня зажигается елочка в поселке Горки-Ленинские. Очень большое количество людей пришло, большое количество детей, атмосфера просто потрясающая, всем очень все нравится. Ну, наверное, количество людей, которые сейчас собралось, оно о многом говорит. Дети весело отплясывали со снежинками, снеговиком и Бабой-Ягой, которая в честь праздника была совсем не злая, а очень даже веселая и милая. Какой праздник без Бабы-Яги? Кто задор добавит ребятам, а? Только я. Веселый праздник с танцами, загадками и хороводами здесь также завершился торжественным зажжением огней на главной елке. Раз, два, три! Елочка, гори! Ура! Все маленькие гости праздника, помимо отличного настроения, получили в подарок брелки с символом следующего года – тигром. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.